Всем привет! Вы на канале Жить в Краснодаре. Сегодня вам сниму небольшое видео. Вот мы в квартире, которую купили наши зрители удаленно. И вот мы готовим ее к сдаче. То есть они ее будут потом сдавать. Вот нам нужно ее приготовить к сдаче. Что мы сделали? Вот мы наклеили обои. Ремонт очень бюджетный. Поэтому вот смотрите, у нас тут обои по этой стене. Они так странно на камере смотрятся, на самом деле они немножко по-другому смотрятся. А здесь у нас вот этот кирпичик. Вообще у меня была задумка, здесь должен был быть кирпичик. Вот здесь вот эта вот стена такая, ну как бы атмосферу придает. А здесь должен быть тоже кирпичик. Но не хватило обоев, мы брали метровые обои по 10 метров, и еще их же надо было стыковать, там обрезь получилась, в общем, не получилось, пришлось сделать вот такое все. Конечно, на мой взгляд, это немножко перебор получился, но выбора у нас нету. Вот сейчас вешаем гарнитур, верх повесили, низ, с низом получилась загвоздка, так скажем. Во-первых, много было поломанных ножек. И вот этот шкаф, стол, вот сюда вот под раковину. А это какая... Мы же БУ покупали его, за 5000 мы его купили. Люди его тут немножко переделали. У них кухня наоборот стояла, и они вот здесь сделали еще себе дополнительный шкафчик. А и получается, что вот эта вот стенка как раз у нас идет под трубы. Вот под тем. В общем, сейчас придется вырезать там под размер, что-то, короче, делать. Ну, никак у нас не получается быстро прям. Везде какие-то загвоздки. Прибили планочки, потому что кромка уже была в очень плохом состоянии. Без планочек таких, конечно, гарнитур долго не продержится. Вот. Я мою тут все, отмываю его. В общем, вот так вот. Повесили люстры. Здесь и в комнате. В общем, быстро вот никак, Вов, не получается, да? Какие-то загвоздки. Хотели, вот мы уже в ванне плитку же положили. Затерли ее, кран поменяли, все хорошо. Думаем, сейчас ванну установим. Засиликоним его, и все, ванна будет готова. Угу. Фиг на ны, да? Занесли мы его, мы же когда плитку клали, ее выносили. Занесли мы ее с Вовой, такие ставим, думаем, мы что такое, ничего не поняли. А получается, смотрите, вот здесь ножки, а на ножках вот такие, Вов, как это называется, вот эти черненькие? Ну, ножки, ножки к ножкам. Короче говоря, вот здесь вот были, здесь и здесь черная вот эта ножка. А вот там их вообще, в принципе, не было. Вот, представляете, вообще, что делать, думаем, капец. Ну, кому вот кто-то их либо не докрутил, либо кто-то снял, потому что ванна-то стояла неукрепленная. В общем, я позвонила администратору комплекса, она сказала, я, к сожалению, вам ничем помочь не смогу, на мне запасных нет. Таких в магазине дело в том, что нету. Мы вчера поехали в Леруа. То есть мы вот день потратили. Мы думали, что сейчас вот это все дело сделаем, ванна у нас будет готова. Нет, не получилось. Мы поехали в Леруа. В Леруа отдельные вот эти вот просто вот черненькие с шурупчиком не продают. Ну, в общем, Вова тут решил. Не ждать, как я закрою. Решил, короче, не ждать, когда я видео сниму. Пошел работать. В общем, нужно было купить в Леруа полностью комплект вот таких ножек. Вот таких вот ножек. Вот с этими вот, не знаю, как они называются, штучки. И это стоит 1200. Понимаете, время потрачено, деньги потрачены. Капец, у меня вообще, мне честно, вот эти мелочи вымораживают. Вот, кран установили, кран хороший, красивый, мне нравится. Купили тоже на кухню новый кран. Получается, вот этот кран 2500, и на кухню мы кран купили тоже по 2500. Оказывается, кухонные краны тоже дорого, очень достаточно стоят. Ну, в общем, вот, считаю, у нас уже все готово. Ну, вот по мелочевке, то там, то есть, здесь мы вообще ничего не делали. То есть, это все надо будет повывозить.
Вот, тут вообще еще ничего не делали. Только единственное, что мы сделали, это вот повесили люстру. Сейчас докончим кухню. Думаю, что мы сегодня ее... Вов, мы сегодня ее закончим? Да. Да, слава тебе, Господи. Стол соберем и уже будем собирать мебель здесь. Но тоже сейчас, думаю, будем тут мебель собирать, особенно шкаф, да, Вов? Нам сюрпризы какие-нибудь обязательно будут. В общем, никак, никак быстро не получается вообще, никак. Опять у нас вчера, 1 декабря, выглянуло солнышко на полдня. Сегодня опять у нас пасмурно. Опять дождь пошел. В общем, одним словом, зима краснодарская. Вот такая вот краснодарская зима. Ну, что теперь поделаешь? Ничего не поделаешь. Ждем. Кстати, по поводу этой квартиры. Помните, я в том видео снимала и все думала, это же квартира на 9-м этаже, и я все думала, теплая она или нет. Квартира оказалась очень теплая, прям тепло-тепло в ней. Вот. Ну вот, ладненько, все. Чуть-чуть вам отчет небольшой сняла. Я так думаю, что мы уже прям поторопимся, и к концу этой недели мы уже квартиру закончим. Сниму там тогда вам уже законченный вид. Как эта квартира будет выглядеть. Всем пока!